Наталья Незамединова в поселке Кряж живет уже 22 года. На пенсии зря времени не теряет. Помогает шить одежду для мобилизованных солдат, которые сейчас находятся на Донбассе. В цеху трудится с утра до вечера, нет даже минуты свободного времени. Говорит, все проблемы решает через портал госуслуги. Но уже несколько дней не может зайти в свой личный кабинет. Потеряла пароль от учетной записи. За помощью обратилась в отделение местного ресурсного центра. Там проблему решили в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Узнала, что у нас в районе сегодня с МФЦ принимают. У меня вот возник вопрос, потеряла я пароль. Хотела бы вот восстановить его. Поэтому вот прям с удовольствием пришла, все это рядом, близко с домом. Очень удобно, очень хорошо, что здесь вот есть такое вот место, куда можно прийти, обратиться. Так что нам это нравится. Такие приемы граждан проходят по графику в ресурсных центрах, которые созданы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». Здесь специалисты МФЦ помогают жителям начать или продолжить использовать возможности портала госуслуги. Через него можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, оплатить штрафы, коммуналку, поменять паспорт. И это далеко не весь перечень возможностей. Спектр услуг, которые оказывает данная платформа, востребован. И так, например, можно через эту платформу любому жителю заявить свой вопрос или обозначить проблему в рамках своего дома и через некоторое время получить там же ответ специалистов или ведомства. Век цифровых технологий вынуждает людей перебегать к современному методу решения многих проблем. Сотрудники МФЦ подскажут алгоритм действий, который поможет оперативно справиться с ними. Специалисты МФЦ на территории районов, в удобных пунктах для жителей, помогают восстановить или заново открыть учетную запись на системе госуслуги «Решаем вместе». Это огромная платформа, на которой жители могут получить как информацию, так и сами государственные муниципальные услуги. По словам специалистов, такой диалог с жителями сейчас играет важнейшую роль в работе администрации районов. Виктория Шара, Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.